Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Хендрик Тербрюген «Освобождение апостола Петра из темницы». 1624 год, холст масла 104 на 86. Хендрик Тербрюген во время поездки в Италию испытывал влияние Микеланджело Меризи да Караваджо. Младший современник великого итальянского мастера воспринял от него стремление изображать персонажей из священного писания, облики простых людей, использовать в картинах контрастное освещение, когда световой поток выхватывает фигуру из тьмы, и наделять людей и даже предметы повышенной внутренней экспрессии, выражающейся вовне. В данной картине он обратился к истории освобождения апостола Петра, заточенной в тюрьму по приказу царя Ирода. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». У Тербрюгена апостол с благоговейным испугом внимает словам божественного посланника, который, приблизившись к нему и указывая на небо, излагает святому высшую волю. Фигуры персонажей занимают почти все пространство картины. Действие в ней напряжено, огнем вспыхивает красное одеяние ангела. Мастера барокко умели представить остроту кульминационных моментов и вызвать у зрителя живой внутренний отклик. Вот такое описание картины «Освобождение апостола Петра из темницы» Хендрика Тербрюгена я нашел в интернете. Пока-пока. До свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».